В дежурную часть отдела МВД России по городу Геленджику с сообщением о краже денежных средств обратилась директор местного магазина. Женщина пояснила полицейским, что из подсобного помещения пропали 90 тысяч рублей. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя Саратовской области и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что злоумышленник путем свободного доступа проник в подсобное помещение магазина, откуда похитил денежные средства. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денег и вернули заявительнице. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.